Алоха, с вами Swordflame, и в этом видео мы сразимся с последним дополнительным боссом, если не считать DLC. И это сражение будет с самим Оди, он же библиотекарь, он же таинственная личность. Почти в конце игры, перед последним боссом, мы можем вернуться к Оди и взять у него новенькую книгу. И после этого вернуться в помещение недалеко от последнего босса, у нас будет небольшой диалог, и после этого босс-файт. Надо сразу предупредить, что это, пожалуй, самый сильный из дополнительных боссов. Итак, погнали!新しい本が増えたぞ。その本は特に大事な本だ。決して返すことを忘れるな。 待て。オーディ？言ったはずだ。その本は貸しているだけだと。あ！許さん。貴様には死すら生ぬるい。それを返してもらおう。 宣言せよ！ 我であり我でないもの！ 我であり我でないもの。
生きてたの、オーディ。俺は吸血鬼だ。簡単には死なん。ごめん、この本返すわ。気にするな。お前は勝者だ。敗者はただ従うのみ。好きなだけ持っていくがいい。 これにしようかな。好きなだけ持っていけ。 本を借りて。 好きな。 本を好き。
来てくれて嬉しいよ。さあ、今日はどうする？またいつでも来てくれ。Ну что, все демоны уничтожены. И последний дополнительный босс, прикольный. Но к нему, конечно, нужно подготовиться, и я это сделал, закупился лечилками, хавкой, что-то покрафтил, что-то так купил, ибо деньги были. Можно, конечно, нафармить вещи и скрафтить самое мощное оружие, но, в принципе, на данной сложности босс убивается и с моим обычным двуручным мечом, с которым я закончил игру. С него получили крутой осколок, который останавливает время, но каждую секунду жрет ману. Интересно, а на боссов тоже будет действовать? Если да, блин, то это круто. И после победы над ним мы можем экипировать все книги. А это разная защита от стихий, от статусов, дополнительный дамаг, защита, опыт, скорость атаки и так далее. Это очень круто. Классный босс и классная с него награда. И я доволен победой над ним. И как вы видели, у меня был лазерный меч. Это одно из оружий, которое крафтится с помощью 8-битной монеты, которую мы находим почти в начале игры. И, как я говорил, в финальном видео, где завершил сюжет, 16-битная и 32-битная монета, наверное, нужна для апгрейда таких оружий. Да, это так. Но иногда могут понадобиться и другие вещи. Например, книжечка, которую мы получили из локации 8-битный кошмар с босса, также нужна. И так далее. Но там, конечно, прикольные вещи, типа такого лазерного меча. Жалко, усилить эти оружия еще нельзя, поскольку все же статы у лазерного меча на данный момент слабенькие. И как оказалось, хотя уже и финал я проходил выше, чем 50 уровень, не помню, сказал или нет, но если что, повторюсь, выше левел есть, чем 50. Да, вроде бы говорил, но ладно, может кто не знает. И это тоже хорошо. Ну что ж. Вероятно, на данный момент это будет последнее уже точно видео по Bloodstained, поскольку DLC у меня нет. А обновления будут в будущем, когда появятся некоторые новые моды и игра за еще других персонажей. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Sword Flame. Всем пока!